выступлений. И открывает его чемпионка России 2009 года, победительница этапов Гран-при этого года среди юниоров, Аделина Сотникова, Россия. And now we're ready to start with the second part of the gala exhibition. And the first on the ice, representing Russia, Аделина Сотникова. Показательных выступлений турнира Cup of Russia в Москве. Прекрасный костюм, прекрасная балетная программа. Спортсменка, которая наряду с Елизаветой Туктамышевой и целым рядом молодых спортсменок готовится к тому, чтобы штурмовать Олимп.